Я учился в первой музыкальной школе города Бобруйска, затем в Могилевском музыкальном колледже. Сейчас в Академии музыки имени Гнесиных у народного артиста России профессора Вячеслава Павловича Круглова. Илья показал, во-первых, что он очень трудоспособный человек. Во-вторых, после специальности он всегда уходит и анализирует все замечания, которые он получил на уроке. Это тоже очень важно. И хорошая голова, хорошая память. С Доброй можно открыть очень большой пласт музыки, играть как оригинальную музыку, которой сейчас у нас уже появилось очень много профессиональных композиторов, также и переложение гениальной классики. Конечно, это особое достижение. Не скрою, очень приятно, что оценили твою работу, работу твоего преподавателя. А с другой стороны, это огромная ответственность, и ты понимаешь, что уже назад уже сдать нельзя, надо только вперед, стремиться к новым проектам, к новым концертам, играть новую музыку. Пожелать прежде всего и самое главное – это здоровье. Потому что исполнительство требует очень много сил. Я думаю, что с его отношением, с его умением, с его головой он добьется серьезных успехов в исполнительстве.